И всем привет, ребята, вы на канале Пипиксель, с вами Костян Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем Эль Примо. Только он будет накачанный, но в позе качка, такого здорового. Он сам по себе здоровый, классный мужик, но он будет прям огромный, мощный, сочный. В общем, ребят, приступаем его рисовать. Он у нас будет занимать 26 клеточек по горизонтали и 36 клеточек по вертикали, поэтому мы, естественно, погнали. Также советую подписаться на мой второй канал, потому что Пиксель, ссылочка будет в описании. И еще, ребята, один мега нюансик. Скоро выходят новые бравлеры, как вы можете уже знать, и будут скоро крутые, классные рисуночки по поводу этого, поэтому не забывайте подписаться, поставить колокольчик и все в этом роде, потому что бравлеры то нереально крутые, то выходят, да, согласитесь-ка, поэтому я их скоро буду рисовать, и мы погнали, поехали. Так, еще раз повторяюсь, наш Эль Примо занимает 26 клеток по горизонтали, 36 по вертикали, поэтому мы погнали. Берем черный фломастер и ставим сразу же 7 клеточек. Вот такой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 клеточек поставили и 7 клеточек закрашиваем. Так, далее, теперь ставим 3 клетки. 1, 2, 3. 3 клеточки тоже поставили, закрасили. Так, тут добавляем всего лишь одну клеточку. Вот так вот. И наверх пойдет 8 клеточек теперь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клеточек поставили, 8 клеточек закрасили. Да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то всегда нажимаете на паузу, дорисовывайте, а потом продолжайте рисовать вместе со мной, естественно. Тут теперь ставлю одну клеточку, тут добавляю еще одну клеточку. Так сказать, 2 клеточки. И в бок тоже у нас пойдет вот так вот 2 клеточки. Отлично. Теперь добавляем в бок целых 5 клеток. 1, 2, 3, 4, 5. 5 клеточек докрашиваем, 5 клеточек закрашиваем вот так вот. Тут добавляем всего лишь одну клеточку, тут добавляем вторую клеточку. И на низ пойдет еще 2 клетки, ребят. Вот так вот 2, вот они. Вот смотрите, можете нажать на паузу, перемотать или там что поделать и дорисовать, в общем, да. На низ теперь 6 клеток, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично, 6 клеточек поставили и 6 клеточек, естественно, закрашиваем. Как же не так. Теперь тут добавляем еще 2 клеточки вот здесь вот. Тут поставим на низ, ребят, смотрите, 1, 2, 3, 4, 4 клеточки вот такой вот лесенкой. Сейчас я их закрашу, чтобы вам было удобнее, и чтобы вы все видели, и чтобы вам было прилично и наглядно видеть. Теперь в бок у нас пойдет 3 клетки, 1, 2, 3, 3 клеточки, тут добавляем одну, тут добавляем вторую, одну и вторую. Наверх у нас пойдет 2 клетки, 1, 2, и наверх отсюда пойдет у нас тоже 1, 2, 1, 2, 1, 2, baby, 1, 2, так. В бок пойдет у нас 2 клеточки. Мы типа сейчас ему рисуем глаза. Тут пойдет наверх тоже 2 клеточки. В бок у нас пойдет тоже 2 клеточки. И тут пойдет у нас тоже 2, естественно, клетчатки. Так, в бок пропускаем одну клеточку. И тут ставим тоже 2 клеточки. Так вот. Тут ставим тоже 2 клеточки. 2 клеточки. И тут тоже 2 клеточки. Отлично! Теперь, ребята, мы поставим в бок отсюда вот. Делаем ему вот такую загорбленную спину. Типа он реально показывает свои бицепсы. Псы. Вот тут вот поставим 2 клеточки, вот так вот. Тут добавляем еще 2 клеточки, еще 2 клеточки. Так сказать, по 2 клеточки делаем лесенкой в виде 3 рядов. Так, теперь на низ пойдет 2 клеточки. Тут добавляем на низ теперь 3 клетки. 1, 2, 3. Теперь на низ у нас пойдет целых 5 клеток. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 клеточек закрашиваем. Теперь добавляем 2 клеточки на низ. 2 клетки всего лишь. Тут добавляем 1 клетку всего лишь. Вот так вот. Тут тоже 1 клеточку, естественно. В бок у нас пойдет целых 4 клетки. 1, 2, 3, 4. 4 клеточки поставили. 4 клеточки, естественно, закрашиваем. Так вот. И тут добавляем сверху сразу же 1 клеточку. Пускай будет. Теперь здесь мы поставим тоже 1 клетку. Здесь у нас пойдет так вот 2 клеточки. И на низ у нас пойдет целых 6 клеток. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 клеточек у нас идет. Мы 6 клеточек закрашиваем, естественно. Тут добавляем еще 1 клеточку. И добавляем в бок целых 2 клетки. 1, 2. 2 клеточки здесь. Теперь наверх 2 клетки еще. 1, 2. Теперь еще 2 клеточки. Тоже есть 2 клетки у нас. И теперь наверх пойдет целых 3 клетки. 1, 2, 3. 3 клетки поставили, 3 клетки закрасили. Тут добавляем еще 1 клеточку. Тут мы, наверное, добавим где-то здесь. Давайте тут 1 клетку поставим. И в бок у нас пойдет еще 1 клетка на низ. И тут мы добавляем вот так вот 2 клеточки наверх-то. Вот таким-то образом. Так, теперь у нас, ребята, отсюда идет 6 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 клеточек поставили, 6 клеточек, естественно, закрашиваем. Добавляем 2 клеточки на низ. И в бок пойдет целых 5 клеток. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. 5 клеточек поставили, 5 клеточек закрашиваем. Так, есть. Тут добавляем всего лишь 1 клетку. Наверх пойдет всего лишь у нас 2 клетки. 2 клеточки и все. Больше не надо. Наверх теперь 6 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично.
Тут добавляем вот отсюда, вот я имею в виду две клеточки. Тут поставим одну, тут поставим на низ еще одну, и здесь еще одну клетку. Бок пойдет у нас две клетки теперь, раз, два. Наверх теперь три клетки, раз, два, три. Теперь еще три клеточки наверх, раз, два, три. Тут добавляем в бок отсюда две клетки. На низ пойдет у нас отсюда одна клетка, вот здесь вот будет стоять, а здесь будет стоять вторая. И мы вот так вот их соединяем еще, вот так вот дополнительно, вот так вот. Делаем вот такой вот целый, огромный, здоровенский ряд. Тут ставим одну клетку и тут поставим вторую клетку. Теперь мы продолжим рисовать наше искусство, так сказать, и в бок у нас пойдет 1, 2, 3, 3 клеточки, всего лишь 3 клетки для полного счастья. И наверх 2 клеточки теперь. Тут мы добавляем всего лишь одну клетку, и тут поставим еще одну клетку, и тут пойдет еще одна клетка, и в бок, ну, наверх, давайте наверх-то поставим еще вот такой 2 клетки, так вот 2 клетки у нас идет, тут добавляем в бок еще 2 клеточки, вот так вот отлично, и тут добавляем еще одну клеточку. Такое ощущение, как будто мы кого-то грабителя или супергероя рисуем. Так, ладно, ребят. Теперь мы переходим вот на эту часть, и тут рисуем кулачину здоровенскую, кулачину богатырскую такую, мощную, да? Тут что мы делаем? Мы ставим в бок 4 клеточки, 1, 2, 3, 4. 4 клеточки прямо вот здесь вот ставим. Теперь мы поставим здесь одну клетку всего лишь. И наверх пойдет у нас 3 клетки. Раз, два, три. В бок у нас пойдет 4 клетки. Раз, два, три, 4. 4 клеточки. Тут добавляем 2 клеточки на низ. Тут ставим одну и тут ставим вторую клетку. Теперь мы переходим вот сюда на план Б или С или Д. Тут ставим 2 клеточки. Какой вы думаете план Б или С? Это я только что придумал. Так, тут ставим еще одну клетку. И тут ставим так вот 1, 2, 3. 3 клетки нас ждут, друзья. Так, и теперь мы поставим так вот. Ну, в общем, тут 3 клетки. И тут ставим 1, 2, 3. Дополнительно еще 3 клетки вот с этой стороны. От этого отчаяния. И всего остального. Так, ребят, у нас отличненько. Мы все черным цветом практически сделали, практически доделали. Теперь что мы делаем далее? Чего вы спросите? Берем мы коричневый фломастер, коричневый цвет, коричневый фламингус. И коричневым цветом ставим так вот две клеточки. Тут добавляем всего лишь одну клетку. И тут добавляем всего лишь one клетка. Одна клетка. Тут ставим теперь одну клетку. В бок у нас пойдет целых 1, 2, 3 клетка. Тут добавляем всего лишь две клеточки наверх. И тут добавляем три клеточки в бок. И тут еще одна клетка. И здесь еще так две клетки добавляем. Вот так вот. И теперь здесь рисуем супер-мега-бицепс. Тут добавляем две клеточки вот так вот. И ставим здесь еще наверх вот таким вот, вот такой вот лесенкой две клеточки. И у нас уже такое прям... мужик получается здоровенский, огромененский. Так, теперь, ребята, мы берем красный фламингус, красный цвет, и теперь мы ставим здесь вот так вот три клетки, так вот, три клетки здесь. В бок у нас пойдет две клеточки всего лишь, вот так вот, тут добавляем всего лишь одну клетку, тут поставим одну клетку, тут поставим еще одну клетку, и тут поставим вот так вот две клеточки. Тут мы ставим теперь еще одну клетку, в бок у нас пойдет две клетки. Тут добавляем еще одну клетку. Наверх у нас пойдет целых, ребята, 5 клеток. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. 5 клеточек поставили, 5 клеточек закрасили. Теперь добавляем здесь всего лишь 2 клетки. И здесь добавляем всего лишь 2 клетки. Вот так вот. Тут добавляем всего лишь одну. И теперь берем желтый фломастер. Желтый цвет. Где ты? Желтый цвет. А вот ты, привет. Тут ставим тут 3 клеточки посередине сразу же. Вот так вот. Тут поставим теперь наверх 2 клетки. А тут всего лишь одну. Вот так вот получается. И теперь желтым цветом мы тут переграждаем путь. И вот эту вот часть закрашиваем. Вот эти вот 5 клеточек. Или сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5 клеточек. И здесь 2 клеточки. Но стой по одной клеточке. Вот так вот у нас получается. Теперь мы берем бежевый фломастер. Бежевый цвет. Если у вас нету бежевого фломастера, используйте обычный карандаш розовый или обычный карандаш оранжевый. Карандаш. И, в общем, его используйте. Что мы делаем? Мы теперь ставим здесь две клеточки. Вот так вот, типа носик. Теперь вот от этой клеточки, вот этой, видите, тут идет одна, вторая. И от этой второй ставим тут две клеточки. Та же, теперь ставим тут две клеточки. Тут ставим всего лишь одну клеточку. И тут ставим всего лишь одну клеточку. Теперь мы переграждаем здесь вот такой вот путь. Даже вот тут вот. И закрашиваем. Все, тут у нас есть. Теперь мы закрашиваем вот эту всю часть вместе с кулаками. Смотрите, кулаки закрашиваем, да? Много чего не трогаем сейчас пока что. Нам нужно кулаки и его торс.
вместе с бицепсами и трицепсами закрасить. Поэтому сейчас будьте тут бдительно аккуратны, потому что, к примеру, вот эту часть нужно синим закрасить, понимаете? Вы понимаете это или нет? Так, отлично. Теперь мы закрашим эту часть, не трогая вот эти вот эти вот штучки не трогаем. Окей? Поехали. Если вы, ребята, вдруг не поняли, как нужно закрашивать, то подождите, пожалуйста, немного. Я сейчас закрашу, и вы потом будете закрашивать вместе со мной, ну, не вместе со мной, а сами закрасите, нажмете на паузу и посмотрите, как именно нужно было закрасить. Окей, ребят, давайте. Не торопитесь в этом направлении, самое главное, увидите, как нужно закрашивать. Ладно, сейчас я закрашиваю и все. Вот так вот, ребят, примерно нужно закрасить, чтобы было все идеальненько, чтобы было все чётенько и было все нереально крутенько, так сказать. Так, еще добавлю немного, еще чуть-чуть. О, все. Теперь, ребята, нам нужно темно-синий и синий фломастер. Мы берем сначала темно-синий цвет. Темно-синим цветом закрашиваем вот здесь вот. Вы можете использовать вместо темно-синего синий цвет, а вместо голубого, так сказать, цвета, ой, вместо светло-синего просто использовать голубой цвет. Я имею в виду вот это. Так, есть, кстати, ребята, бежевым цветом. Вы если все закрасили, как я, то тут вот я забыл закрасить ему. Простите-ка меня за это, ребята, простите. Я виновен по вашим просьбам. Так, ладно, тут тоже закрашиваем. Именно обувь темно-синим цветом. Хорошенечко ее закрашиваем, так сказать. Кстати, ребята, у меня родилась идея классная. Разукрасить свой ноутбук, разукрасить свой телефон, пиксель-арт и всем таком роде. Если вы хотите, чтобы я такое сделал, то, естественно, жмите лайки. Я такое сделаю. Окей. Теперь, ребята, мы берем с вами просто синий фломик, просто синий фламингос, просто синий цвет. И закрашиваем сначала здесь все. Вот эту часть только огораживаем ее. И здесь тоже. И закрашиваем, естественно, вот эту вот часть. Только будьте внимательны, потому что, смотрите, к примеру, мы должны вот так вот, отсюда вот так вот идет полоса, вот до туда во оса. Так вот она идет, эта полоска. Тут добавляем всего лишь одну клеточку, тут добавляем по бокам по одной клеточке, чтобы аккуратно, чтобы нос не задеть. Тут посередине мы тоже закрашиваем аккуратно. И вот эту оставшуюся часть тоже закрашиваем, кроме его зубов, естественно. Потому что зубы это основной момент. В общем, закрашиваем. Тут тоже аккуратно возле его эмблемы, так сказать, красивой. Тут тоже. И у нас, ребята, получается вот такой вот накачанный, классный, мощный El Primo. Выглядит он нереально круто, нереально классно, нереально круто. Посмотрите, как он сжался, реально, как реальный бодибилдер. Какой здоровый и мощный чел у нас получается. В общем, ребята, если вам нравится, то естественно нажмакайте ваши лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а там все, ребята, всем пока и до скорой встречи. Всем покидоки. Обязательно ждите новых бравлеров, ребята. Обязательно. Всем пока. Всем покидоки. Всем пока.